семье Пелагеи, кажется, не все так гладко. В интернете поползли слухи, что брак у певицы с олимпийским чемпионом 2018-го хоккеистом Иваном Телегиным приходит конец. Всему виной некая Карина. Сначала девушка встречает чемпиона в аэропорту, выкладывая снимок с Телегиным в обнимку и благодарит его за победу. А после оказывается на его дне рождения, после чего в сети появляется фото, на котором она целует Ивана в губы. Кстати, Пелагеи на празднике замечено не было. Певица не стала молчать и заверила, что в их семье все отлично, и назвала Карину девушкой легкого поведения.